После развода с Ольгой Бузовой Дмитрий Тарасов начал встречаться с моделью Анастасией Костенко. На днях появилась информация, что есть свидетели, которые видели их вместе во время отдыха. Со слов очевидцев, встретившие Дмитрия и Анастасию в кафе, их отношения далеки от идеала. Они рассказали, что Костенко визжала, ржала и лезла к нему. Сам футболист осадил девушку. «Настя, не свети мне телефоном в лицо». При этом рассказывает, что сам футболист был очень злым. Очевидцы рассказали о безобразном поведении Анастасии Костенко в присутствии Дмитрия Тарасова.